Вот, у нас в троллейбусе есть 9, стоит 9 камер. Камера заднего вида, камера переднего, вот самая нижняя, это камера на штанге. Алексей Пожарский работает водителем на таком транспорте уже 28 лет. И за это время успел изучить в нем все от и до. Сейчас перечисляет новшества в современном троллейбусе, который ходит по маршруту номер 17. Список большой, но, как говорит, важный. В тех участках, где нету контактной сети, мы переходим на автономный ход, включаем, и где-то около 30 километров он может проехать без штанг. Он мягкий, в управлении для водителя очень удобный. Для пассажиров, я думаю, тоже этот. В нем печки теплые, летом кондиционер стоит, что здесь отдельный кондиционер, что в салоне у пассажиров отдельный кондиционер. На сегодняшний день по этому маршруту, соединяющему Центральный рынок и Военвед, ходит всего 4 троллейбуса, но в ближайшее время их количество планируют увеличить до 7 и продлить маршрут до улицы Таганрогской и Малиновского. Пассажиру главное, что быстро, удобно и комфортно доехать от точки А до точки Б. Мы к этому стандарту стремимся, чтобы... А так у нас вообще получается строй городок Старый Садьян и раньше автобус. Только автобусы. А в чем преимущество троллейбуса? На вопрос главы администрации Донской столицы специалисты отвечают, что преимущество в экологичности, комфортности и стоимости. Сейчас цена проезда составляет 17 рублей, а для льготников 8,50. Сегодня в среднем время между маршрутами троллейбусом составляет не более 20 минут, время в пути 35 минут. Сегодня мы видим, маршрут пользуется большим спросом, с каждым днем поток жителей увеличивается. Мы понимаем, что если будет он расти дальше, то мы обязательно до конца года поставим еще 5-й троллейбус. Ну и самое главное, что в этом году мы попробовали на движение маршрута, сделали выделенные полосы, поэтому, конечно, сегодня общественный транспорт идет без пробок. Алексей Логвиненко отметил, что развитие электротранспорта – одно из приоритетных направлений в Ростове-на-Дону, и по нему ведется активная работа. У нас сейчас политика направлена на развитие электротранспорта, в частности, троллейбусов. Это уже 12-й маршрут из 22, которые действовали по состоянию на 1 января 90-го года. Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Будем продолжать открывать далее маршруты. Новый троллейбусный маршрут номер 17 пользуется большим спросом среди ростовчан. Мне ребенка удобно возить на Аганово, который, вы знаете, детский корпус там в секции всякие. Прям удобно, без пробок, без ничего. И дешевле по бюджету, конечно. Ну и, в принципе, как говорится, и ребенку нравится. Я живу здесь вот на Каменке, а внуки живут на Военведе. И достаточно часто я туда езжу. И поэтому очень удобно. Чем больше транспорта, тем, конечно, это лучше, удобнее. Так что спасибо большое, кто это все придумал. Отмечу, что в Ростове это уже второй троллейбусный маршрут, появившийся за последние 2 года. Владимир Карловский, Елена Саргсян, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону.